14,5 гектаров зеленых насаждений. Парк «Дружба», построенный еще в 50-м году прошлого века, скоро изменится. Половину отремонтировали еще год назад, и вот приступили к тому, что осталось. Очень хорошо, что у нас скверы вообще стали восстанавливать. Хоть где-то у нас можно погулять с детьми. И вообще просто радует Самару, честно говоря. Она преображается. Давид, быстрее! Ой, извиняюсь. Очень хорошо. Вообще парк «Дружба». Мы соревнуемся здесь часто с школами. Я из гимназии 4. Вот. Как она в этом том году уже преобразилась, а в этом году вообще шикарно. Здесь мы проводим, особенно с маленькими детками, где-то 3-4 часа. Получается, два раза приходим. Очень довольны этим. Но, естественно, некоторые моменты здесь уже нужно сделать по-новому, по-современному. Чтобы было и чище, и лучше было, чтобы не было здесь ямок, камней. Архитектура парка не поменяется. На этой схеме видно, тротуарная плитка появится на центральной аллее. Вот так будет выглядеть ее рисунок. Остальные асфальтовые дорожки тоже приведут в порядок. Из городского бюджета на обновление парка потратят 18 миллионов рублей. Часть работ должны успеть закончить уже до конца октября 2015-го. В этом году мы планируем выполнить устройство центральной аллеи от улицы Гагарина до здания и отремонтировать часть основных тротуаров. Ряд работ, такие как устройство газонов, ряд тротуаров останутся на следующий год. В Самаре на протяжении всего года ремонтировались парки и скверы. Яркий пример – парк Победы, открытый к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Теперь на подходе и парк «Дружба». Марьяна Мирная, Артем Сулайманов. События.